Морозы не оставят нижегородские регионы в последнюю неделю ноября. Погода в этот раз не будет отличаться разнообразием. Арктический воздух диктует свои правила. Понедельник и вторник холодная погода сохранится. В ночные часы -9-14, при прояснениях до -17-19 градусов. Причем дневной фон также низкий, -6-10 градусов. При такой погоде и под влиянием антициклона, холодного, сухого арктического воздуха, осадков не ожидается. Преобладающее направление ветра северо-западное от 5 до 10 метров в секунду. Метеорологи отмечают, что обычно в это время выпадает снег, но на этой неделе его ждать не стоит. Это связано с постоянным приходом в наши районы антициклональных вихрей, которые предусматривают отсутствие облаков на небе, и поэтому осадкам выпадать неоткуда. По народным поверьям, понедельник, 24 ноября, день Федора Студита. Говорили, с Федора Студита зима сердита. По приметам считали, каким будет этот день, такой станет и наступающая зима.